Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о турецкой пряже фирмы Lanossa серии Baby Wool. Это полушерстяная пряжа, в ней 40% шерсти и 60% акрила. Ниточка довольно-таки мягенькая, очень приятная на ощупь, не зря ее назвали Baby Wool, так как из нее получаются великолепные, классные, просто обалденные детские вещи. То есть для детей не колется, не вызывает аллергии, очень такая пряжа нежненькая, красивенькая. Опять же, расцветки мне этой пряжи очень нравятся. В ней 50 грамм в этом моточке и 150 метров в 50 граммах. В общем, из этой пряжи можно связать от шапочек, так сказать, снудиков, варежек и так далее, в общем, до кофточек, пледиков. В общем, подходит эта пряжа такая универсальная, пинеточки, носочки, с нее получаются довольно-таки классные. Рекомендуют под эту пряжу использовать спицы 4-4,5, я использую троечку 3,5, и могу для более рыхлой вязки использовать четверку. 4,5 я не использую, так как очень рыхлая вязка, мне не очень нравится, поэтому вы уже смотрите на свое усмотрение. Конечно же, если будете вязать в двойную ниточку, то там уже, соответственно, под толщину двойной нити подбираете спицы, какой вы хотите, чтобы была вязка. Рекомендуют вещи стирать из этой пряжи при 30 градусах, то есть это очень прохладная довольно-таки водичка. Отпаривать, гладить не рекомендуют. Все это, как говорится, перечеркнуто, но, в принципе, для отпаривания не, скажем, ну, парового отпаривания подойдет, то есть без проблем. В общем, в принципе, ниточку я стирала, не слишком деформируется при стирке. Мне чем нравится эта пряжа, опять же, для детских вещей. Вы можете для вязания взрослых вещей, для взрослого, вот, кто не любит, чтобы кололась и, скажем так, такая была не очень приятная. Все здесь очень довольно-таки приятно на ощупь, очень нежненькая. Вот, поэтому из этой пряжи я вязать рекомендую, так как пользуюсь сама турецкая пряжа, соотношение цены-качество отличное. В общем, конечно же, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал, вяжите вместе со мной, ровных петелек вам, пока-пока!